Учителя, воспитатели детсадов, сотрудники библиотек, артисты за вклад в развитие хакасского языка удостоены благодарственных писем от главы Хакасии. Больше 20 человек получили сегодня награды за многолетний плодотворный труд, профессионализм, развитие и популяризацию хакасского языка. Орден за заслуги перед Хакасией вручили Любови Айошиной, помощнику депутата Госдумы Федерального собрания Надежды Максимовой. Среди награжденных и сотрудник РТС, телеоператор Андрей Доржу. Для республики это действительно особенный и важный праздник, который, по сути, связан с созданием современной хакасской письменности и стремлением сохранить уникальную языковую культуру. Хотел бы выразить от лица правительства, от себя лично слова благодарности всем, кто вкладывает свои силы и энергию в сохранение наших национальных традиций языка. Желаю здоровья, успехов, ну и всех еще раз с праздником.